Друзья, сегодня к нам пришла ужасная новость. Мы хотим с ней поделиться с вами и рассказать, что случилось с нашим любимым российским актером Александром Домогаровым. Он сегодня утром попал в нелепую ситуацию, в которой очень сильно пострадал, и на данный момент находится в больнице в тяжелом состоянии. К Александру Домогарову сегодня на его подмосковную дачу, где он находился, приехали его друзья по работе. Они собирались отдохнуть и искупаться в бассейне. После стола они пошли в бассейн, чтобы искупаться. Александр Домогаров прыгнул в бассейн и достал головой дно. Он сильно ударился, после чего потерял сознание. Он очнулся уже после того, как друзья его вытащили из воды и пытались привести в чувство. На голове у него шла кровь. Друзья вызвали скорую помощь, которая приехала незамедлительно, так как на счастье оказалась где-то рядом. Александра Домогарова увезли в больницу. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии под капельницей. Мы поговорили с врачом, на что врач ответил, что пока нечего сказать. Можешь сказать только то, что сильный удар головой и у него сотрясение мозгов. Друзья, давайте поддержим Александра Домогарова. Будем надеяться, что все будет хорошо. Врачи его вылечат, и он вернется домой живым и невредимым. Эта новость пришла сегодня утром к нам. Нам ее сообщил один из источников шоу-бизнеса. А вы, друзья, поддержите нас, пожалуйста. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежие новости, которые выйдут на нашем канале уже завтра утром. До скорой встреч на нашем YouTube-канале.